Hola chicos, bienvenidos a la clase de español. Привет, ребят, добро пожаловать на урок испанского языка с Language Nerd. Сегодня мы с вами будем работать над словарным запасом. Мы рассмотрим разные варианты, как можно выразить согласие на испанском, не употребляя слово «си». Знаете, есть очень много других вариантов, которые можно употреблять вместо слова «си» и также выразить согласие. Ну, подумайте только, сколько раз в день вы говорите «си». Это же так скучно. ¿Quieres ir al cine esta tarde? Sí. Oye, ¿te parece bien si quedamos más tarde? Sí. ¿Te ha gustado la última peli de Avengers? Sí. Давайте добавим немного разнообразия в наш словарный запас. Так что хватит говорить «си». Это так однообразно и скучно. Так что после этого урока вам запрещено говорить «си». Серьезно, вам нужно перестать говорить «си». Вместо слова «си» давайте используем следующие варианты. Наш первый вариант – это «vale». ¿Quieres ir al cine esta tarde? Vale. Еще один простой вариант – это claro, что обозначает «конечно». ¿Quieres ir al restaurante este viernes? Claro. Наш третий вариант – это «por supuesto». «Por supuesto» обозначает «конечно». ¿Vienes al cumple de Andrés? «Por supuesto». Наш четвертый вариант – это «cómo no». «Cómo no» дословно переводится как «нет». Или мы можем перевести это «конечно». «Vas conmigo? ¿Te compras este finde?» «Vas conmigo? ¿Te compras este finde?» «Cómo no?» «Cómo no?» «Конечно!» Номер пять. «Hecho». «Hecho» обозначает также «сделано». «Puedes enviar el mensaje a tu hermana?» «Hecho». Наш шестой вариант – это «sin problema». «Sin problema» – «без проблем». ¿Te importaría si quedamos el otro día? Sin problema. Y la siguiente variante es no veo por qué no. No veo por qué no. No veo por qué no. ¿A почему y нет? En vez de ir a Gran Canaria de vacaciones, podríamos ir a Menorca. No veo por qué no. Восьмой вариант es sin duda. Sin duda, без сомнения. Ir en coche sería más cómodo. Sin duda. Número 9. Efectivamente. Efectivamente. Eta tag. Deberían decirlo más antes. Efectivamente. Y en la 10 variante, eta dale. Dale. Y en la ruscam, давай. Voy a reservar una mesa en el restaurante japonés. Dale. Давай. Теперь у вас есть 10 вариантов, которые вы можете использовать вместо простого и скучного «си». Напишите в комментариях, какой из этих вариантов вам больше всего понравился. И, конечно же, не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал, чтобы вы не пропустили вашего следующего урока испанского языка. И hasta pronto!